Упс, кажется, я знаю, куда мне надо. Все, что нам может пригодиться в нашем спасительном походе за Кисой Алисой. Тут туалетка? Мам, ты что, прикалываешься? Ребята, мне кажется, мы уходим слишком далеко от дома. Я нашла гигантскую могилу! Все пропадают друг за дружкой, то Киса Алиса, то Миша. Мы там, куда нам нельзя ходить. Может, все-таки мы как-нибудь по-другому ее найдем, а? Такое ощущение, что за нами кто-то следит. Да, у меня тоже такое чувство. Ага. Утро. Все до сих пор спят. Зачем я так рано проснулась? Привет, я Киса Алиса. А ты на канале Magic Pets. Чё-то скучно. Чё делать-то теперь? Ну чё, весна, по-моему, приближается. Ставь лайк, если ждёшь весну побыстрее. И тоже любишь поспать. А я ща придумаю, чем бы мне себя занять. Вот они, Сони за Сони. О, это чё это тут у нас такое? Какое-то письмо. Надеюсь, Аня не обидится, если я его открою. Оно же все равно уже тут лежит. Да не обидится, тем более. Она спит еще. Так, посмотрим, что тут у нас. Не написано, от кого и откуда. Так, не зря же я в школе читать училась. Выйди из дома, пройди сотню шагов. Дойди до сарая, на котором замок. Туда ты вернешься, но сперва обернись. Увидишь ты выход, кустов сторонись. Тебе я даю мистический ключ. Лес страшен, опасен и очень дремуч. К чему подойдет этот ключ, ты найди... Но будь аккуратна, по тропинке иди. Может, стоит всех разбудить и рассказать про это странное письмо? Да ну, лучше всех удивлю. Они проснутся, а тут письмо. Прочитают, а я уже тут как тут. Вот они удивятся, когда им принесу то, что открою при помощи этого ключа. Только надо его вытащить как-то. Упс, надеюсь, я его не сломала. Ой, кажется, немножко повредился ключик. Ну ничего, я думаю, это не важно. Иди сюда. А вот эти замочки мы тоже открывать имеем. Так, выйди из дома, пройди сотню шагов. Дойди до сарая, на котором замок. А, тот самый сарай. Кажется, я знаю, куда мне надо. Вот я всех удивлю. Привет-привет, я... Эйвен. А я Миша, Миша Лайк. А я покемон Юмичу. А я София, привет. Я вообще-то не договорила. Юмичу, не перечь старшим. Привет. Вот именно, вечно она задирается. Привет-привет. Никто я вечно не задираюсь. Я покемон Юмичу. Вот эти взрослые вечно меня ругают. Хватит ссориться. С этой малявкой невозможно не ссориться. Ладно, девочки, правда, хватит. Мы вообще ребятам должны кое-что сказать. Аня вернулась домой, и мы наконец-то можем это, снимать видосики. Короче, вчера моя подруга Киска Алиска вернулась откуда-то такая грязная. Мы хотели снимать наше утро, а Ане пришлось ее мыть. Она ее мыла всего второй или третий раз в жизни. Киса Алиса так сопротивлялась, что мы решили, надо ее поддержать. Это видео вышло сегодня на нашем главном канале Magic Family. Вот там внизу в описании. Нам будет ссылка на это видео. Ладно, Юмичу, молодец, что сказала. Потом сходи по ссылке и посмотри наш новый ролик. Странно дует, как будто где-то дверь на улице открыта. Да, и правда. Хотя это очень странно, мы ведь только проснулись, а Аня до сих пор еще спит. Видимо, очень устала мыть Киску Алиску. Я впервые в жизни ее такое видела. Да, Киса Алиса сопротивлялась, как настоящий кота-монстр. А еще на Анином канале вышли эти ваши любимые смешилкины. Я обожаю этот сериал. Да, и по-моему, там уже две серии. Короче, мы ссылки на них тоже оставим в описании. Потом сходи и посмотри. Короче, посмотри все новые ролики. Да, и потому что Аня вернулась домой, и теперь видео будет выходить чаще на всех каналах. И тем более у нас на весну очень много планов. Но ролик с Киской Алиской обязательно посмотри. И лайки там поставь. Кстати, ребята, а где Киса Алиса? И правда, странно, что она не пришла к нам. Где она может быть? Точняк, где кто-то монстр? Может, она играет с нами в прятки? А ну-ка, пошлите, ее найдем. Кажется, на диване ее нет. Да, и запаха ее тут нет. Значит, сегодня утром она тут не валялась. Кажется, я знаю, где она. Погнали. Кисявка! Кажется, на ее любимой подушке на окне ее тоже нет. Ты уверена, Юмичу? Это очень странно. Так, есть еще один вариант. Ты тоже про унитаз подумала, тетя Софи? Да, она же любит тут лежать. А может, там вот там в столике? Нет, там ее тоже нет. Киса Алиса, выходи из туалета. Мы знаем, что ты там спряталась. Покемон, ты, конечно, извини, но только тебе могло прийти в голову спрятаться в туалете. В смысле? Что это? По-моему, ее там нет. Это какая-то игра или надо уже начинать нервничать? Давайте еще раз в гостиной посмотрим. Смотрите, тут как-то бриллиантик валяется. Где? Вот-вот, чуть не съела. Интересно, от чего он отвалился? Без понятия, но у меня какое-то плохое предчувствие. Вы слышите? Ветер где-то дует. Как будто дверь открыта. Пойдемте проверим. Неужели она гулять пошла? И правда, ребята, серьезно, дверь открыта. Кто ее мог открыть? Но Киса Алиса поблизости нет, я посмотрела. Значит так, да давайте по порядку. Киса Алиса явно в доме нет. Вчера ночью, когда все ложились спать, она была. Аня еще спит, а мы только проснулись. А Киса Алиса, видимо, встала раньше всех нас. Я думаю, что будить Аню пока не стоит. Тем более, что Алиса уже уходила вот так гулять. Да, ты права, Софи, но она всегда возвращалась домой. А сейчас, как Миша сказала, во дворе ее нет. И это странно. А вдруг она пошла гулять и застряла где-нибудь? Давайте найдем ее, пожалуйста. Не можем же мы супер-псы бросить друга в беде.
По крайней мере, я покемоны не могу. Слушай, Юмичу, покемон, не создавай давай панику. Не факт, что она в беде. Но я думаю, что стоит найти ее до того, как Аня проснется. Вдруг она и правда во что-нибудь вляпалась. И нашла опять приключений на свою пушистую попку. Я уже подготовила нам всем рюкзачки. И все, что нам может пригодиться в нашем спасительном походе за кисой Алисой. Думаю, ноутбук и планшет тоже не помешают. Запасные носочки, зубные щетки и зубная паста. Что? Целая упаковка бумажных полотенец и упаковка туалетной бумаги? Туалетка, а еще несколько пачек сока. Ты что, Миш, это на Северный полюс собралась, что ли? Мало ли, насколько она затянется. Ну, ты, конечно, права, но туалетка... И вообще, это же наш двор. Ты бы еще освежитель для воздуха взяла, Миш. А я и взяла. Освежитель? Тут туалетка? Мам, ты что, прикалываешься? Лучше бы пожрать побольше взяла. А я и взяла. Недельный запас еды, консервы и 4 бутылька с пресной водой для каждого. А, ну ладно тогда. А еще фонарики на случай ночи и карту. Так, а вот этот фонарик работает? А, да. Да зачем? И карта местности нам не нужна, мы же во дворе. Ну, а вдруг нам, суперпсам-героям, придется покинуть территорию двора? И нам придется выживать в диких условиях? Ну, вообще-то, вот я так и подумала. Нет, ну, ребят, ну давайте верить в хорошее. Вот именно. За полчаса найдем киску Алиску, спасем ее. И вернемся домой, и все это нам не понадобится. Я надеюсь, я очень на это надеюсь. Ладно, выдвигаемся. Ну, как скажете. Вперед, суперпсы, на поиски этого монстра. Мы суки в деле. Мы сила. Кажется, вдоль забора ее нет. И на дереве нет. И под деревом нет. На ее любимом камне ее тоже нет. И за камнем нет. Да, и под камнем тоже нет. Ну, это логично, София, она же не крот. Мне кажется, в эту сторону даже ее запаха нет. Кого догоню? Не меня. Это я тебя сейчас догоню, София. Не догонишь. Вы чё? Это вот сейчас, ну поддайся ко мне. Ой, да ну вас с вами неинтересно, козявки. Ах ты! Ах вы, старики! Сейчас я собой завалю. Сейчас я вам бой покажу. Ребята, может быть, мы все-таки пойдем искать кису Алису, а? А то мы такими темпами до ночи ее не найдем. Точно, бежим скорее. Бежим. Я не последняя. Слушай, это, мне кажется, ее запах ведет куда-то туда. Да, ты права, покемон, мне тоже так кажется. Давайте, девочки, догоняйте, идем вперед. А вот тут под деревом пахнет так, как будто кто-то написал, но не киса Алиса. Ой, Юмичу, ну перестань. Ребята, мне кажется, мы уходим слишком далеко от дома. Так, не бойся, Миш, давай, вперед, мы уже приближаемся к цели. Похоже, запах кисы Алисы опять ведет нас к сараю. Да, помните, когда Алиска спряталась, Юмичу с Аней тут ее искали. Так, посмотрим на крыльце. А я пойду под домом посмотрю. Мы реально как суперпсы, мы все запачкались, промокли и скоро замерзнем. Но мы ее ищем. Эй, киса Алиса, это ты? Кто там? Эй! Да это я, Софи, под домом ее нет. Опять ее нигде нет! Мам, ну ты чё, мы же суперпсы, мы найдем киску Алиску. Слушайте, а знаете, какая мысль в мою покемона голову пришла? Вдруг она на крыше? Нет, Юмичу, чтобы попасть на крышу, нужно зайти внутрь дома. Киса Алиса! Юмичу, да нет ее тут. А чтобы попасть внутрь, нужно открыть дверь, а на двери висит огромный замок. И к этому замку никак не подобраться, он же высоко. Нужна лестница какая-нибудь. Нет, киса Алиса не может быть внутри, она не смогла бы открыть этот замок, тем более он же закрыт. Дурацкая идея, Юмичу пришла в твою покемона голову. Судя по запаху, на кресле она не лежала. А вдруг с ней правда случилось что-то серьезное? Ладно, не паникуем, нам осталось совсем немного. Давайте быстро обследуем всю местность. Я нашла гигантскую могилу! Юми, только аккуратнее, не упади в эту огромную яму! А то нам еще тебя спасать придется. Все нормально, все под контролем, тут несколько ступенек. Так, давайте аккуратненько спустимся по этим ступенькам и посмотрим, что там. О, какая огромная яма! Но, слава богу, Алисы там нет. Взберемся на гору, и может быть отсюда нам будет лучше видно все вокруг. Да, покемон, идея неплохая, но горка не такая уж большая, чтобы все вокруг увидеть. Я лично Алису не вижу. Да, я что-то тоже. Эйвен, а что ты делаешь? Я жую траву, она такая вкусная. Я тоже хочу! Прошлогодняя травка-муравка. Да, и правда, она такая прикольная, вкусная. Юми, обязательно своей попой мне вот над головой у меня находиться, да? Погодите, девчонки, а где Миша? А, правда, точно, а где Миша? То есть мы теперь все и Мишу потеряли. Она же только что была где-то тут с нами, около сарая. Вернемся туда. Вот тут была, а теперь ее тут нет. Да что ж такое-то? Все пропадают друг за дружкой, то киса Алиса, то Миша. Если честно, девочки, я думаю, что Миша просто испугалась и вернулась домой. Вы слышали этот скрип? Да, я слышал, что это, откуда? Что это там такое было? Откуда этот звук? Может быть, это эти железные трубы? Девочки, кажется, я понял. Киса Алиса не может быть за этой дверью с замком в сарае, потому что он закрыт. На всей территории нашего дома ее тоже нет. Мы только что слышали скрип ворот. Черт, кажется, я тоже поняла. Вы про те ворота, за которые нам никогда нельзя, да? Да, не те, где калитка. А те, которые ведут в лес, куда нам всем запрещено ходить. Неужели киса Алиса ушла туда? Очень страшно. Мы не можем оставить ее в беде. Так, девочки, аккуратнее. Мы сейчас пробираемся на запрещенную территорию, куда нам никогда было нельзя. Ну что? Ну что там? Тихо. Да, и правда, ворота открыты, но кто их мог открыть? Пойдемте. Эйвен, подожди нас. Я тоже с вами. Мы там, куда нам нельзя ходить. Ребята, может быть, мы все-таки туда не пойдем?
Тем более, мы еще и Мишу потеряли. Сейчас проверю, вдруг она пришла. Нет, Миши нет. Надеюсь, она все-таки пошла домой. Ладно, ребят, я иду к вам. Блин, страшно. Кажется, я почувствовал запах кисы Алисы, и он ведет туда, в лес. Да, я тоже чувствую ее запах здесь, но нам же туда нельзя. Ребят, я, конечно, с вами, но, блин, может, все-таки мы как-нибудь по-другому ее найдем, а? Блин, черт. Все-таки мы пошли за ворота, за которые нам никогда нельзя. И если мы отправимся дальше по следам кисы Алисы, то там только лес. А что там же будет где-то в лесу? Неужели нам придется туда идти? Страшно, но что нам остается? Такое ощущение, что за нами кто-то следит. Да, у меня тоже такое чувство. Ага. Доброе утро, ребятки. Вы что, уже все проснулись? Ребята. Эй, Ван, Софи. Миша, Юмичу, киса Алиса. Так, а это что такое? Это же письмо, которое я вчера сюда положила. А почему оно открыто? Это какая-то шутка, ребят, да? Вы где? Это будет розыгрыш. Я чувствую, вы меня сейчас напугаете, да? Эй! А, я поняла, вы обиделись, что я обещала вам снимать распаковку, а сама проспала, да? Ребят, вы где? Что это? Что за набор путешественников? Вы что, видео без меня снимали? Ребята, это уже не смешно, только не надо, пожалуйста, меня пугать. Ладно, я поняла, мы играем в прятки, да? Кис Алис. Эй! Ладно, раз, два, три и... Так, а это что такое? Кому я говорила не заходить с грязными лапами домой? Что здесь за следы? Вы где все? Сейчас я проверю, кому меня приведут эти следы. Ага, попалась, Миша. Ты чего такая? Что случилось? Ты что? Да я не буду тебя ругать. Киса Алиса пропала. Ребята, мы все пошли ее искать и... Так. В общем, киса Алиса так и не нашлась. А ребята ушли в страшный лес за тайные ворота. А я испугалась и вернулась. Как это? Ты шутишь? Нет. Ладно, Миша, оставайся дома, никуда не уходи, пока мы не вернемся.